Что? Ты хочешь выдать меня за Паксли? Этому не бывать! Никогда! Я мисс Вайлет из королевской семьи Барокко. Я овладела высочайшим мастерством фехтования на Земле Рассвета. Что за хренотень эти Паксли? Послушай меня, Гвинни. Дом Паксли главенствует в мире магов. Мы действительно из благородной семьи, но лишь титула мало, чтобы мы могли их оскорбить отказом. Кроме того, мы не можем ожидать более лучшего предложения, чем этот брак. Ха! Не мои проблемы! Гвиневра, будь благоразумной. Не каждый ребенок твоего поколения интересуется мечами ныне. Наши дни в прошлом. Наши соперники копят силы и ждут момента, чтобы атаковать нас. Во имя спасения нашего дома, я молю тебя принять это предложение. А почему не мой старший кузен? Все, что меня заботит и что я знаю, это мечи. Я уверена, что ни один дворянин не захочет жениться на такой леди, как я. А теперь есть шанс. Паксли хотят именно тебя. Да мы даже не виделись никогда. Как это возможно? Ты не помнишь, когда тебе было 10 лет? Еще немного духовной концентрации. Вот и все. Вот так! Мы сделали это! Мы создали новую магию! Ха-ха! Почему я такая милая и талантливая? Давай проверим эту магию на Ланселоте! У нее столь ужасающий потенциал. Она уже лучше большинства из Паксли. Кто здесь? А ну покажись! Как ты посмел прокрасться сюда? Пожалуйста! Пожалуйста, отпустите его! Это гость вашего отца! Что? Он? Тот мальчик? Возможно, именно он возглавит дом Паксли в будущем. Будет неплохо выйти за него. Меня не волнует. Я не выйду за него. Никогда. Гвинни, хватит ребячества. Ты любима в этой семье. Так не подведи нас. Нет более подходящей кандидатуры в нашем доме, кроме тебя. Не говоря уже о том, что твой талантливый брат вырос в неудачника. Кто еще спасет нашу семью? Это ли не идеальный шанс? Не будь эгоисткой. Ланселот, теперь только ты можешь меня спасти. Странное чувство. Как будто сейчас случится что-то плохое. Как это вообще может произойти? Никто не знает этого места, кроме нее. Да, она знает об этом месте. Точно! Это она! Магический меч Барокко! О, Гвиневра! Ты хочешь убить меня? Опять? После стольких лет ты ничуть не изменился. Ты всегда был идеальным объектом экспериментов. О боже, я уехал так далеко. Как ты нашла меня? Разве это проблема для твоей милой и смышленой сестры? Это было легко с помощью поискового заклинания. О, ты мой худший кошмар. Ого, у тебя огромный прогресс в магии. Я так рад за тебя. Я должен свалить гораздо дальше на этот раз. Эй, Гвин. Ты проделала такой путь сюда. Что у тебя приключилось? Ты хорошо меня знаешь. Отец выдает меня за Паксли. Какого черта? Мне это не нравится. Но тем не менее, ради своей семьи, которую я стараюсь поддерживать, я, мисс Вайлет, обладающая красотой и интеллектом одновременно, пришла к блестящему решению. И вот оно! Ты выйдешь за Паксли и заключишь брак. Вот так. Скажи, что я просто гениальна. Но Гвинни, я уже влюблен в одну девушку. Что? Ее имя Адетта. Я путешествую сюда отчасти из-за нее. Все в порядке. Девушки Паксли горячие штучки. Тебе они понравятся. Адетта тоже горяченькая. С ней никому не сравнится. Ланс, ты готов пожертвовать частью своей маленькой сестренки? Конечно же нет. Но я тоже не хочу вступать в брак. С детства я всегда баловал тебя. Теперь твой черед. Ты настолько холодна и жестока, что заставишь меня сделать это. Ланс... Гвинни, похоже, что я принял неверное решение. Семья, брак, к черту! Отныне, самые свирепые в своем роду брат и сестра семьи Барокко, мы покорим эти земли! Мне кажется, я не против выйти за Паксли. Заткнись!